Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Очень часто мне задают вопрос, когда необходимо менять масло, если ты ездишь исключительно на газу, на пропан-бутане. Ведь масло в этом случае практически не загрязняется, оно чистенькое даже на пробеге под 10 тысяч, потому что нет никаких отложений в двигателе из-за того, что используется более чистый газ в сравнении с бензином. Так вот, друзья мои, что у нас рекомендуют в этом случае? Если вы ездите на бензине, некоторые рекомендуют там менять масло там 15 тысяч, это вообще бред. 10 тысяч, друзья мои, до 10. Лучше всего, конечно, в промежутке от 7 до 9 тысяч, от 7-8 тысяч можно менять, это отлично. Для масел все прекрасно. Но если вы ездите на газу и масло ваше практически не изнашивается, то его можно смело менять на 10-12 тысячах километров. Ничего страшного с вашим двигателем не произойдет. Я сам лично делал так, когда ездил на газу. Масло действительно не загрязняется, потому что не содержит вот этих вредных примесей, когда сгорает бензин и отложения, которые появляются в двигателе. Из-за того, что вы ездите на газу, этих отложений, соответственно, нет. Более чистая работа, меньше износ самого масла. И, соответственно, замену масла можно производить не так часто, как на бензине. То есть, есть вот еще одно преимущество работы двигателя на газу. Это не такая частая замена масла. Вот так, друзья, так что смело можете менять на 10-12 тысячах, ну до 15 не тяните, некоторые в 15 меняют, но я не рекомендую так вытягивать, потому что, ну действительно, масло тоже имеет свой ресурс, не надо добивать свой двигатель таким образом, 10-12 тысяч вполне достаточно будет. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным, если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задаем вопросы в комментариях и остаемся здоровыми. Всем пока!